И снова всем привет, дорогие друзья, с вами Арнора и Шиморо. А мы продолжаем наши открытия в Counter-Strike Global Offensive, дорогие друзья. И, конечно же, спасибо вам огромное за ваши лайки. Вы ставите лайки, и Арнора появляется на выпусках. Поэтому не забывайте ставить лайки, если вы хотите, чтобы Арнора как-нибудь еще появилась на выпусках у нас. Это какой-то обряд вызывания Арноры, да. Вызвать Арнору, нужно поставить лайк. Да, сегодня мы, ребята, приготовили для вас интересные миксы, скажем так. У нас есть с вами и MLG Columbus 2016 наклейки, и есть сувенирные наборы MLG Columbus 2016, и также есть три самых дорогих кейса в Counter-Strike Global Offensive. Все это обошлось нам в копеечку, друзья, но так как вы нас поддерживаете, мы, соответственно, надеемся чего-нибудь вскрыть хорошее сегодня, да? Конечно. Так, за попу тебя щипать, там что-нибудь с сосками, что-нибудь будем производить? Ну, если с сосками, то не моими, это точно. Нет, подожди, в прошлый раз ты дергала как бы. Кстати, ты без маечки сидишь. Так все, перестань! Все, ребята, забудьте. Ладно, нормальное открытие, короче, у нас сегодня. Все. Да, давай. Давай, я буду... сейчас тебе подвину. А вот так вот. Я буду первым, и я... Нет, ты первая, девушка же первая идет. Да, давай. Действительно. Давай. А я тогда открою вот такую наклеечку. Давай, давай, выбивай нам что-нибудь дорогое, давай, уже, а розовую. Я, кстати, вот такую хочу. Да любую розовую вообще, главное, о, чтобы розовые сыпали. Змея. Змея, ребята, но у меня такой еще нет, даже фиолетовые, ребята, как бы, пускай она будет. Я тоже сейчас вскрою тогда и попробую выбить розовую. Давай. Может быть, давай, посмотрим, розовушка, кому больше повезет сегодня в открытии, друг. Маушпортс. Сука, все пока фиолетовые, ребята. Мы, конечно, розовых наклеек навыбивали уже с вами, но, тем не менее, хочется их все... Да, побольше, поинтереснее. Теперь давай такую. Давай. Любую, выбирай. Здесь будем мы можем выбить огнеопасный, охотник за головами, новый шериф и хочу круть, шерифа, ребята. Хочу шериф. Собака-взрывака. Тоже дорогая наклейка, кстати говоря. Даже синяя? Даже синяя. Посмотрите, ребята, да? Это невероятная удача. Это просто восхитительная удача. Посмотрите, друзья. Ты реально, вы ты будете сейчас... Вы будете... Смотри. Вы будете сейчас крайне удивлены. Стоимость этой наклейки 650 рублей. Ого. В то время как кейс и ключ там обошелся, по-моему, в 200 или в 300. Нифига себе. Вот так вот. Собака-взрывака — это хороший дроп. Так что... Так что я тоже вскрою и попробую навскрывать что-нибудь. Давайте посмотрим. Нифига, то есть тени такие бывают. Блин, сука! Прошу прощения, я опять... Это что, бутылка издалека похожа на пушку Бендера? Не знаю, Бендера. Что это, да меня взбесило, сейчас там две розовых было. Давай, 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 скорее. Господи, какой это звук был сейчас. Не, ну ты видела, дичь какая вообще. Чё за фигня, ребята? Это дичь какая-то, ребята. Там было все так близко, так все красиво. Нифига собак-взрывак сколько бегает. Да, и запасной какая-то АВП фигня, это да? Абсолютное говно, ребята. Так близко. Я хочу ее взять. Я хочу ее взять очень сильно, а дорогие. Ты хочешь взять? Так, сынок, не гавкай! Ну так, спокойно. Он тебя не будет слушать. Он только меня слушает. Наклейка «Сжечь их всех». Да, вот именно «Сжечь их всех». Суки не могут нам дать розовую, блин, наклеечку. Дорогие друзья, это, я, блин, тогда такую буду открывать. Давай, давай, открывай такую. Доедет. Открой нам что-нибудь розовое, пожалуйста. Я тебя умоляю, пожалуйста, что-нибудь, ну, розовенькое. Давай уже, давай, что-нибудь порозовое. Да! Самая дорогая! Да! Охереть, ты вообще красавица. Она самая дорогая же, да, ребята? А может быть, уже не самая дорогая? Давай посмотрим. What the fuck? Это же, это fucking win. Нет, она не самая дорогая. Ну, собака-взрывака дороже стоит. Но все равно я крутые наклейки открыла. Но ты уже розовую, да, открыла. А и я собачку, вскрою. Взрывачку. Да, и собачку. У меня уже их две. А давайте попробуем добить все-таки. Может, здесь что-нибудь розовое. Новый шериф! Ребята, нам сегодня просто прет на наклейке. Это офигеть. Офигеть. Это очень здорово, ребята. Это очень здорово. Я, честно, очень доволен, ребята. Спасибо вам за ваши лайки. Вот наклейки, это мы наклейки. Кстати, да, круто открывать. 1000 рублей. Офигеть. 1000 рублей, да, давай теперь ты. Ребята, наклейки, мы уже в таких тема плюсах. Да, наклейки, ребята, это... Вы обратите внимание, как нам прет на наклейки. Я думаю... Что они же относительно новые, да? Ну, нет, бы, ну шериф-то нет, нет, как бы. Но нам просто чисто с тобой повезло на наклеечке. Дальше у нас наклейка Mouse Sports идет фиолетовая. Но это абсолютное говно, да. Это как бы не очень. Но шерифа мы выбили, ребята. Я вообще такой наклейки, кстати, ни у кого никогда не видел. Я, ну, даже не знаю, куда ее припихуенить. Ну, припиховывать, в смысле. Заклеить, короче. Припиховывать. Ну что ж, друзья. А по наклейкам мы здесь закончили. Теперь у нас идет сувенирные наборы. Давай, у тебя первое право сувенира.
Сувенир. Давай. А что здесь самое классное? Самое классное все, что не серое говно, вот которое сейчас выпадает. Все, что синее либо фиолетовое, это классное. Все остальное говно. Как бы, но здесь почему-то чаще падает всего говно, дорогие друзья. Я не знаю, даже вот синечку не может мне. Не такие фартовые, как наклеечки, да? Да, вообще. Синие, синие, ну чуть-чуть. Черт подери, ребят, не везет нам пока, к сожалению, в MLG Columbus, но мы надеемся. Поехали! Поехали! Давай фиолетовую штучку. Фиолетовую, нифига, что ты захотела, как сразу резко. Слушай, вообще, что за вообще ужас какой-то? Да подстава. Говно, говно, я тебе говорю, говно сплошное, ребята, ух, какой красивый. Наклеечка. Немного поношенные, ребята, выбили, красиво, так, хорошо. И я теперь пробую. Давай. Теперь главная моя задача, ну, как-то... давай уже. Как-то... Синьку! Новый. Да! Нет. Нет. Star Trek 5-7 там был. Что? Это что за троллинг, блин? Сувенирный Негев. Так, теперь ты. Последний? Да. Птыщ, давай, 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 пожалуйста, сделай это. Давай, давай, давай. Сделай что-нибудь, чтобы тебе повезло сегодня. Еще, давай, ну что? Говно. Гадость, выкинуть. Ну эти скины, правда, некуда девать, из них не сделать ни с контракта, ничего. И что, куда их, просто подтереться? Да, подтереться. Грубо, грубо, конечно. Ну ладно, друзья, и я начинаю самые дорогие кейсы открывать. Давай. Соответственно, нож. Это eSports 2013 идет первым, и у нас еще есть два браво кейса. Давай, и сразу нож. Потираем, 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 потираем. О, фиолетовый, ребята, пиксельный камуфляж сегодня нам прилетает. Ну, так, ну хорошо. Ну и что, нормальная фиолочка? Да, ну как бы нормальная, он дороже, чем обычная фиолочка. Но не то. Ну а Арнор раскрывает у нас кейс браво. Сука, тролль! Ты видела? Да. Как так можно-то вообще с людьми? Как, вот так. Как так можно с людьми, которые... Так, давайте в клик. А ты что думаешь, он нас на наклеечках побаловал? Чтобы мы потом особо не бесились. Нет, а как так можно с людьми вообще так жестко так троллить-то, сука ты? Капец. Вообще жесть, ребят. Эти дорогие кейсы, они вообще никак. Никак, ребята. Хоть один ножик бы выдал. Никак, ребята. У нас не хватает, короче, еще одного синего предмета. Но я думаю, мы можем с вами открыть любой абсолютно кейс, чтобы добить синьку и сделать контракт на фиолочку, друзья. Давайте это сделаем, конечно же, и вскроем. Вот, например. Сейчас такой чик и нож выпадает. Это был бы эпик троллинг от Гейба. Нет, он дает нам синьку. Все, молодец. Сделал, чтобы мы сделали с вами, ребята, еще контрактик, соответственно, и синьки. И будем надеяться, что нам выпадет коллекция Браво, потому что у нас есть и Браво коллекция, и всякое-всякое говнецо, короче. И Браво, и не Браво. И Браво, и не Браво, да. И смотрим, выпадает Макс 7. Жар, сука. Фигня, да? Нет, нормально, но не то, что хотел. Да. Но, тем не менее, друзья, по наклейкам мы сегодня бомбанули. Вообще, просто смотрите, прям... шериф, ребята, есть. Шериф — наклейка, это вообще классно. Экзотического его вида. В смысле, шерифа? Хотела шерифа. Ты хотела шерифа? Я хотела шерифа. Смотрите, как она классно смотрится, ребята, металлическая. Так смотрится не так уж и классно, как ну, я думала. Ну да, ладно, все, вы этого не видели. В общем, друзья, мы сейчас переходим на сайт и будем дергать удачу там. Поехали. Что ж, друзья, сегодня мы попадаем на elidrop.ru и будем дергать, хотел сказать, жену за... Но мы ничего не дергаем сегодня, у нас сегодня нормальный, уравновешенный выпуск, да? Так, давайте сначала поучаствуем вот здесь. Поучаствуем вот здесь в розыгрыше бесплатного скина и... Давай ты первая. Кстати, интересно, вот из твоих подписчиков кто-нибудь выигрывал вот в этом... Да, ребят, напишите, выигрывали вы хоть раз в бесплатном кейсе, потому что это реально интересно. И что вы выиграли? Как тут много всего. Как тут много всего. Случайная засекреченная, ребята, у нас крутится, выкручивается куда-то, пытается прокрутиться и выкручивается банан. У нас. Обезьянье дело. Очень много, видимо, обезьяньего дела сейчас на сайте. Поэтому я его продаю, оно мне не нужно, в принципе. И попробую вскрыть бронзовый кейс. Бронзовый кейс. Даггеры, даггеры, даггеры. Или складной нож. Нет, даггеры. Даггеры не люблю, но все равно хотел. Мимо пролетели даггеры. И выпадает мне королевский синий. Давай, теперь ты. А теперь я открою свой любимый кейс. Свой любимый кейс, золотой кейс. Ну давай, давай. Глок-градиент, пожалуйста, выбей. У меня его нет. Нет, глок-градиент. Ножи-градиенты у меня есть. Да, вот это вот хочу. Выбей, пожалуйста, и все будет у тебя замечательно. Я думаю... Ножик! Ты че, блин?
Мне уже второй ножик выпадает! Это мне выпал ножик! О, у меня такого еще не... Сегодня фартовый день. Ребята, так у меня что-то последнее время какая-то херня. Я так рад. Я так счастлив, я так рад. У меня есть ты. Это как там в рекламе пела? Я надеюсь, это... Ребята! Я надеюсь, ты это мне или спела, не ножику? А, ножику, ну, в смысле, тебе, конечно. У меня есть ты. Надо посмотреть, какая у него... Он, кстати, какой-то крутой там, с резьбой. С резьбой, он может быть очень оголубенный. Соответственно, дай-ка я его сразу приму. Что-то я боюсь, пугаюсь, хочу взять его. Хочу. Мой нож верни. Да, мы еще и поймали баг, ребята, с вами. Ладно, потом давай попробуем попозже. Это. Давайте пока сыграем. Попробуем попозже его вернуть, как говорится. Лол, выбила нож, мне которого нет, лол. Молодец. Главное, что выбила. Да нет, это пишет из-за стима глюков. Наверное, сейчас принять просто нельзя, к сожалению. Ладно, а я драгонлор выбью, чтобы вообще был выпуск самый эпичный. Хочу драгонлор. Ну да, естественно. Сейчас драгонлор выбью, и все, ребята. И хватит с нас открытий. Я ухожу на пенсию. И меня забанят на сайтах на всех. Так, ладно, продаем говно. Давай, вскрывай. Ты читер, да-да-да. Разворовываешь, блин, сайт, лол. Давай, попробуй кейс какой-нибудь открыть, кстати, да, может давай. Быть. У меня же нож выпадал вот давай недавно, оружейный. Блин, с простого Ой, кейса. Блин. Да хватит, ты почему путаешь да кнопку потому, постоянно? Да потому что в стиме правой кнопкой надо нажимать, а здесь левой. Так, давай, крутись, крутись. Еще давай, один давай, нож, давай, пожалуйста, давай, или удар молнии, давай. Или мне еще один нож. Уже, или удар молнии, ну, либо еще один крылья. Ножик. Нет. Нет, кроме ножа нам пока, ребята, ни с чем не повезло, к сожалению. Нифига себе, там такой нож, знаешь, на 7 косарей. Не, ну это понятно, да, я так счастлив, я так рад. У меня есть ты. Так. Банан! Так, океанская. Сука, да зачем мне банан океанская, пожалуйста, ну. Зая, чушь такая. Это надо, короче, давай. Вот такие бананы надо раздавать нашим непослушным ребятам, которых банить приходится. Банан. Банан, но, ну да, хватит кликать уже, блин, правый. Забудь, что у тебя есть это правый палец. Это средний палец. Правый это палец. Забудь про средний палец. У геймера есть правый и левый палец, запомни. Нет. Да, уже пофиг, как-то нож выбили, знаете, ребята. Ну, кстати, все равно фиолка. Открой браво здесь. Браво? Да. Да нет. Да, подожди. Да я вижу, подожди, вот он. Кейс операции Браво. Давайте в Браво попробуем крутануть что-нибудь. Сколько там пробегает всего. Да, здесь, кстати, сколько... классно выбивать вот Браво кейсы, если открывать, классно выбивать пушки, которые ты потом Да, конечно. Там два ножика было. Да, конечно. Рядышком. Это не про нас уже. Мы уже один как бы отжали. Если мы выбьем второй, я не знаю, я заору я просто жить. Я хочу снова Браво. Ну, давай. А, ну, блин, видишь, вещи такие. Ладно бы фиолочка хотя бы падала. А так вообще что-то не прет, ребята. Вот в смысле? Только... Мне вообще-то вот фиолка выпала недавно. Ножики, Браво, в смысле? Ножики, нет. Ну, смотри, брызги волны просто. Я ее продаю. Не открываем, Браво. Сейчас бот будет нам постоянно выкручивать одно и то же говно. Я тоже такой же хочу кейс. Ты думаешь, после такого тебе что-то даст еще да, этот кейс? Я думаю, что после такого мне наивный что-то даст мальчик. Еще такой кейс. Ну, ты чё, давай! Ты он сейчас будет копить под себя на следующий выброс? Да тут, смотри, никому не везет, пока что-то может быть. Потому что мне повезло. Видишь, некоторые кейсы не закуплены. Слушай, возможно, закуп бабосика? Закончился. Мы последний с тобой нож забрали с бота. Бот начал глючить, короче, не захотел отдавать, говорит. Чё за херня, блин? Чё, я не планировал? Да мне сегодня закупа нет, да, я не планировал отдаться вам сегодня. Господи, ладно, смотрим. Фиолочка. Опять херня. Пока фиолочка, друзья. Пока фиолочка, 291 рубль у нас с тобой. И я М4А4 открываю, и это вой. И это. А, здесь его нет. Нет, Посейдон. Дождь из пуль. Нет, это будет Посейдон, дорогие друзья. Посейдон, маленький. Посейдон. Пиксельный камуфляж. Херня, короче, у нас 148 рублей. На, выбирай, короче. И мы откроем за 148 рублей... Оружейный. Можно было eSports открыть. Давай. Давай eSports. Где? eSports. Вот TV Game.
Давай. И здесь открываем E-sport. Снова нож. Нет, а здесь открываем красный. А, смертоносные кошечки. Открой, да. Или бах кошечки. Хотя бы бах. Нет. Блин. Нет, нет, херня, ребята. Я уже думала. Да, нормально мы с тобой зашли. Все продали, все, что вообще навыбивали. Вычистили а, еще. Забираем, короче, нож. Ну давай попробуем взять. Отдайся нам. Давай. Отдайся нам. Он отдается нам. О, он да. Ты что, начинаешь? Да, отдается. Нож отдается нам. Нож отдается нам, друзья. А, господи, сынок, собака, сынок, перестань. Радуется. Аж сынок так у меня здесь, ребята, что палево. Что ты тут понаоткрывал? Да, тихо, тихо, это Dark Souls, блин. Ножик. Ножи. Который выбила я из своего, между да прочим, ладно, любимого. Да ладно, почему тебе так повезло, Кейса. Ребята, не могло. Сынок, перестань гавкать. Мы вообще-то занимаемся. Знаешь, почему мне плохо? Почему? Потому что этот Кейс вознаградил меня за мою верность. Ай, да ладно, Кейс вознаградил за верность. Давай посмотрим, какой у него паттер. Ой, он золотой, что ли? Ты выбила золотой нож. Поверхностная закалка. Вот такой вот нож, ребята, у нас сегодня получается. Спасибо вам за ваши лайкосы, друзья. А в коллекции, значит, вот его вторая сторона. Да, он такой золотой с покоцанным кончиком, скажем так. Че ты смеешься? Нет, сегодня у нас реально эпичное открытие, друзья. Вы можете обратить внимание, это вот этот нож. Это наклейка «Новый шериф». Это собака-взрывака, ребята. MLG металлическая, правда, она не деш... ну, дешево стоит. Какая разница, она все равно купалась. А, да, но тем не менее, ребята, у нас сегодня эпичнейшее открытие. Спасибо вам за ваши лайки, спасибо за предложение по открытию, по новым выпускам, естественно. А... Ну и все, да. Подписывайтесь на канал, мы увидимся с вами на следующем видосе. Всем пока. Всем пока, с вами была Арнора. И Шимара. И пока. Пока-пока.